У нас сегодня 14 ноября 2019 года. Я нахожусь около мусоросжигательного завода. Сейчас пойдем попробуем заснять. Вот здесь мусор. Да. Снимай правонарушение. Да, да, буду здесь. Я говорю, вызывайте, буду здесь. Ага, вот он, мусоросжигательный завод. Вы кто, говорю? Общественник. Кто? Общественник. Простите, куда вы пошли? Вы что, издеваетесь, что ли, пойму? Я вам говорю, я снимаю правонарушение. Какие? Сжигание мусора. И что? Не, если вы ни в чем не виноваты, то какие проблемы? Выйдите отсюда. Сейчас выйду. Выйдите. Сейчас выйду. Выйдите, говорю. А зачем вы мне мешаете снимать? Вы находитесь на частной территории. Выйдите, да я покину, я говорю, я правонарушение снимаю. Вы сейчас правонарушение делаете. Конечно. Что вы зашли, да? Выйдите, говорю. Я выйду, выйду. Как фамилия или хотя бы ваша? Номер телефона запишите. Да, это не телефон этого, автомобиля запишите, да, определите. Конечно, сейчас. По номеру автомобиля. Ну, еще что как нужно. Я не понимаю вашей реакции, если у вас все в порядке. Да. Если у вас все законно, а печку снимать не надо. Ну, я ее снял уже. Не важно, что вы сняли или не сняли. Да, вы милицию хотели вызывать? Да, хотел. Смотрите, если у вас все законно, как вы говорите, тогда что вам скрывать-то? Мы можем из коптера заснять. Хотите, я могу скрыть. Может, вы спичку сейчас поднесете здесь, сожгите у меня что-нибудь. Я вас не знаю. Что, так легко поджечь, что ли? Конечно, все легко поджечь. Вот, покидаю. Я просто хочу сказать, вы свои вот этими коптилками, я так понимаю, она не одна в городе. Это не ваше дело. А, вот. Пахнет около аэропорта аж. Ну вот так вот. Вот общение состоялось.